А что сегодня обстановки? А? Какой обстановки сегодня? Обстрел? Здравствуйте! Привет. Не дай бог! Не страшно? Спасибо. Страшно, очень страшно. Стреляют все, везде стреляют. Спасибо вам, что в Англии узнали все. Мы уходим из дома, бросили дом и уходим. Потому что очень тяжело и страшно. Очень страшно. Какой обстановки сегодня? Обстрел? Очень стреляют сильно. Там уже хорошо будет перекрыли. Или башкирская, или уральская. Может быть, загорелся фотка. Ну, я встретил, я проел, пропустил пожарника. Сегодня? Да, вот. Это вот. Только. Сегодня? Да, вот буквально. Что процент? Just happened. Все, спасибо. Спасибо большое. Окей, сейчас я вызову Славика, чтобы дал интервью, сказал пару слов. Хорошо. А в сегодняшнюю, я сегодня приехал домой в 9 утра. Печку растопил, слышу, бах, стекла вылетели. Попала с моей соседки. Слышу второй бах, той же соседки еще один снаряд. И следом еще. Сам разбился на полу. Жду прихода. Только спустя полтора часа вот обратный приход. Раз, два. Полчаса назад. Где-то, да, где-то полчаса назад. Вот, мы здесь находимся в Кубашевский район, Донецк. За меня видны это гражданский дом, который сегодня попал под украинский обстрел направления Авдеевки. Вот, так, обстрел это слышный, это шумный. А мы сейчас уже общались с теми людьми, которые бегают от сюда, потому что здесь... За гражданский действительно страшно. Вот еще дом, который попал обстрел сегодняшний день. А мы будем сейчас посмотрим, что там происходящий. Вот так. Хорошо, хорошо. Прости меня. Это сегодня был? Да, это было буквально час. Здравствуйте. Здравствуйте. А как это? Страшно здесь? Это очень страшно. Это настолько страшно, что вы себе передать не можете. Когда есть еще двое детей. Вы приехали не вовремя. Тут обстрел. Уезжайте. Быстрее. Быстрее, быстрее. Заходи. Хорошо, хорошо. Погреб, погреб. Хорошо, хорошо. Лестница, лестница, аккуратно, осторожно. Где фонарик, Саша? Самое главное, скажи, что перемирия у нас не было ни одного дня. This woman said to me, the important thing to remember is that there's never been a ceasefire here. Not for one day. Наташа, можно мне объяснить здесь обстановки, причем как людей здесь, которые останутся в Кубашевский район? Люди остались, их осталось очень много. Но в центре города, там, где не стреляют, думают, что здесь никто не живет. А тут живут и взрослые, и дети. И каждый день перемирия никакого не было. Каждый день идут обстрелы, каждый день гибнут люди. Вчера вон на углу убила мать и сына. И это продолжается каждый день. Каждый день по 5, по 6 домов они слаживают. Ну, а до этого, тут как полигон. Зона назад, для тренировок. Да. Дядь Коля приезжает. Да. Вы же приезжали, там, видите, да. Каждый день это... Тамара. Тамара Белогурова. Тамара Белогурова, да. 59 лет, муж Николай. Да. Вот это ж вот оно, вот. Каждый день гибнут люди. Просто это... телевидение не доносит о том, это... сколько тут на самом деле погибших людей. Это какое направление? Кто вы считаете, вам стреляет? Украинский или ДНР? Кто вы считаете? Вот откуда оно сейчас летит? Украинский, конечно. Украина. А почему они стреляют в гражданские позиции? Здесь нет ополченца. Потому что они думают, как им доносят сверху, что тут никто не живет.
что тут нет людей. Это чисто место для полигона. Неправильная информация просто. Спасибо. А как настроено сегодня? Как вы можете переносить на меня, как... Сердце скоро станет, это все, что я вам могу сказать. Просто уже скоро не выдержит сердце. Потому что у нас еще есть дети. Понимаете, а где они? Детей. Где дети? Они сейчас у бабушки. Тут тоже не очень далеко. Октябрьский, вот где София, ну, в центре Октябрьской. Где девятиэтажки. Тоже обстреливали. А что произошло сегодня? Ваш собственный дом сегодня попал под обстрел. Это уже второй раз. Наш собственный дом попадает третий. Под обстрел. Третий. Две сегодня мины. Уже третий раз. А что это? Под этой обстановкой. Под этой обстановкой. Как вы сможете жить? Нет, просто нет вариантов. Понимаете, некуда уехать. Да. Во-вторых, не за что. Сейчас работы ни у кого нет. Чего-то хорошего такого. Чтобы, если были накоплены какие-то деньги, сбережения, можно было бы собраться и уехать. А постольку, поскольку нет мани... Хорош пиздец. Доски есть? Есть. Сейчас все. Все, ребята. Все, ребята. Надо дырочку заделывать. Бо ночь скоро придет.